Йо-хо-хо! Дорогие интернет-зрители, ну вот, наконец-таки и подходит к концу мой рейс. Вот я практически уже обезумел, но все-таки сдюжил. И завтра буквально-таки я уже окажусь дома. Сейчас мы идем к Владивостоку. И нас поставят сразу к стеночке. Ну а завтра с утра, не спеша, соберу все шматье и отправлюсь домой в родные пенаты. Вот. Сейчас непосредственно собираюсь привести себя в порядок. Вот, собственно говоря, как и обещал, весь рейс не брился. Вот во что я превратился, видите, в голове у меня как много волос. Вот они теперь все здесь снаружи. Все, что было внутри головы, теперь наблюдайте здесь. Оно все вылезло, все естество, так сказать. Вот такая вот бородень в итоге у меня получилась. Ну, ничего, надо сказать, ничего так знатненько. Такой у меня еще не было, ни разу. Ну, сейчас это все, всю красоту буду уничтожать с помощью вот этой турмашины. Вот. Ну, собственно говоря, вот небольшой такой кусочек видео записал. Пишу ради того, чтобы вот показать вам, какой я в самом-самом конце рейса. Вот таким я был. Ну что же, до скорых встреч на наших родных просторах, в тех видео, в которых, собственно говоря, мы и привыкли встречаться, вот, в прохождениях любимых наших видеоигр, вот. Ну, дома, возможно, запишу, когда буду дома, запишу еще видосик, вот, приветственный. Ну что же, на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Вот. И увидимся в следующих сериях уже в надлежащем виде. Все, всем пока-пока.